Отже, імпровізація називається «Бумеранг». В ній візьме участь Ольга Харла. Так. Зараз Оля буде робити якийсь циклічний рух, як в додатку «Бумеранг». І буде повторювати його декілька хвилин, і хлопці по черзі будуть підходити і щось там якось класно жартувати. Що з цього вийде, ми зараз з вами подивимось. Бумеранг! Поїхали! Оля, давай. Женя. Перший рух, давай. Який? Ну, мой самый любимый. Да, будь ласка. Оп. Что? Серьезно? Просто в шлеме этого не видно. Я не могу это сделать. Оп. Я тебя найду. У меня уже нет, можно я поменяю? Мужик за третьим столиком сказал, что ему не нравится наш стейк. О, боже! Не, Оль, все равно весишь 72. Ну, кого он у нас такой дебил? Давай інший рух, Оль, давай. Ну ладно, давайте із моєго. Давай. Оп. Ой. Оп. Це красиво. Давно я цього не робила просто. Ну ладно, зачет. Да, я буду брать зеркало, класне, очень. Кто из них украл у вас сумку? Я понял. Хватит его тыкать. Окей. Давай, 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 давай еще, еще. Давай. Оп. О. Давай, давай. Ну ладно, ладно, иди ешь борщ, господи. Так, еще вот два напитка, а потом вот все внутри коктейль уже будет, да. Сыночек, на рыбалке шо главное? Шо... Подсака! Подсака, Барта! Этот март. Дякую, Оля! Зараз Оленка вийде на середину сцени і придумає якийсь циклічний рух, як в додатку бумеранг, який би вона змогла повторювати декілька хвилин. Поки вона буде його повторювати, хлопці будуть щось вигадувати і жартувати над тим, що вона робить. Я думаю, що все всім зрозуміло. Поїхали! Бумеранг! Уже делать? Уже делать? Ну ладно, давайте. Слушай, подруга, возьми просто колготы по размеру, не растягивай. Давай, может, я ребенка уложу, а то... Я так тесто еще никогда не месила. О, солила! Сам пью, сам гуляю. Вы директор ресторана? Да. Почему у вас повариха борщ с собой мешает? Это плохо. Ну, вы попробуйте. Давай поменяем рух, Оленка, давай. Ну, давай. Какие синчи, да. Фух. Давай, давай, заводи, я свечи продую. О, боже, может ногу сменить. А, извините, а вы уничтожаете тараканов? Нам в общежитии 307. Ну, вам... Мне кажется, я уже 20 убила. Ну, то, что на этом ноутбуке шел Дурнев, не значит, что его нужно ломать. Тогда я начну активнее это делать. Класс!
О, Боже. Давай, може, якісь такі, щоб ти трошки відпочила. Таке сальто. А, таке, давай, щоб... я вже давай, знаю. Давай, які. О. О. Да. А это надо спереди смотреть. дай мы тоже немного отдохнем. Да, я извиняюсь. А так, тесто ты уже месила? Нет. Надо было другое платье надевать. Я так и знала. Я просто хочу это сделать. Давай. Ай, все. Честно, вы сразу на паспорте были похожи на себя. Это просто мой прикол. Проходите, пожалуйста. Гляньте, клиентов наманивает. А ты что, новенькая? А ты, я смотрю, старенькая тут, да? Я просто на опыте. Научить? Начинай снизу. Это про что? Неплохо. Васяка, гостя. А давай еще какие-то. Ну ладно. Попроще. Лида! Да. Да. Опять эти МВ-евские пришли, звонят в дверь целый день. Не-не, вы нас перепутали со свидетелями Иеговы. Классно, что у нас два глазка. А можно, ну, плохое, да? Не надо плохое, Валик. Давай плохое, Валик. Валик, бэдбу... О, Валик, боже. Мне ниже руку опускать. Я в этом не участвую. Давай поменяем руку, Ленка, давай. О, ума. Алло, я тут Филонову сбил, но в принципе она как дворники работает нормально. Просто в балет хочу. Плохое можно, да? Слушайте, что за запах в лифте? Я не... Поехали. Імпровізація називається «Бумеранг». Я хочу, щоб в ній взяла участь поки що тільки Катя, кухар. Потім в мене для вас буде сюрприз. Ой, інтересно, який. Зараз Катя придумає циклічний рух, як в додатку «Бумеранг», який би вона змогла повторювати декілька хвилин. Поки вона буде його повторювати, хлопці будуть щось вигадувати і жартувати над тим, що вона робить. Я думаю, що все зрозуміло. Давай, Катя. Музики не буде? Ні, не буде. Так, вони... Гонорара теж, поэтому... В смысле? Давай, Катя. Что, давай, поехали? Поехали, да? Перше. Так, ну что, давай. Джимми, Джимми, аджа, аджа. Джимми, Джимми, аджа, аджа. Мальчики, вы делаете? А сейчас, что? Как бы мы ни старались, все равно средний возраст зала 16 лет, и все смотрят на Мэла. Ты зараз выдав свій вік. Ты опять здесь, извини. Ты уже был. Извини, да. Ты уже был, подожди. Я еще хочу. Жень, если бы я знала, что так будет, я бы гонорар побольше попросила. Нет. Бы. Больше 500 гривен не бывает купюры. Поехали. О! Что, бабуль, мазь помогла? Суставы не хрустят? Мы играем. Это неправда. Это неправда. Женя, заберите этого мужчину. Я потом с ним разберусь. Давай. Поехали. Они вдвоем. Джимми, Джимми, аджа, аджа. Джимми, Джимми, аджа. Катерина, ну все-таки какая оценка? Мы не понимаем. Двойка, двойка. Кать, давай инши руку. Раз. Оп. 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 А ну, Вовка, давай. Можешь так? Катя, я, наверное, перестану на занятия ходить к вам. Меня на районе не понимают. Давай. Мальчики, настроились. Три. Припоросенчик. Раз, два. Раз. Смотри, какую я штуку купил вместо собачки на бардачок. Прикольно?
Да. Ты бы предупредил бы меня, что ли? О, боже. Давай. Раз. А, ребят, всем привет. У меня на подоконнике странный голубь. Они беспощадные, что я могу сделать? Да, да. Да что, в пробке стою, понабирают женщин этих регулировщиков. Хрен пойми, что она показывает. Кать, еще раз. Ты не ненасытная женщина. Ну, что я могу сделать? Молоди такие, что? И три, четыре. И раз, два, три, четыре. Третья позиция. Раз. Раз. Мам, мы с Сашей жрать хочем, а ты... А ты вот это все. Окей. А для того, щоб ти не почувала себе самотньо, я думаю, що треба запросити до тебе Сашу Стоянова, так, щоб ви вдвох. Перше, це що таке? Це вперше буде в нашій програмі, коли бумеранг грається двома зірками одночасно. Ексклюзив. Так, ну що, мальчики, ви готові? Так, будь ласка. Да, я, да. Це ПДД називається. Ага, ПДД. Давайте. Вони. І раз, два. Вау! А я ж, ми точно повинні повторяти за преподавателями? Не знаю. Я ж не змогу, Ленка. Раз, два, три. А мой скотина не прийшов. Давай, давай, давай змінюй. Батмани. Ну встань, виворотні. Ну, що ж ти? Оп, все, почалося. Зараз буде балетна стопочку. Школа. Раз, оп. Два. О, ці електрошлагбауми. Так. А, алло, ти під'їхав, да? Ти під'їхав? Давай, три, чотири. Ти під'їхав, да? Зараз жалюзі. Да, вижу. Клас, ржака. Ще один якийсь і все. Так, класно все. Давай, робеск і так. Оп, чирікс. Поставим. Можна просто посмотри? Молодий чоловік, у нас в клубі со своїм нельзя. Уходь. Нормуль. Так, давай. Що, ще? Ще, давай. Жень, ну це дорого вже. У мене друг президент, що таке? О, мам, пап, я сначала эту книгу нашел, теперь вы прям здесь это делаете. Давай, давай. Давай, давай. Раз. Что, холодная вода? Холодная. Вы там не тоже хочу, попробовали, не хочу. Да? Ага. Я же пишу, який спасибо. Дякую, клас. Придумав рух? Отже, імпровізація «Бумеранг». Поїхали! У мене так, да? Чи-то ви худієте і уменьшаєтесь, я вообще не. Я считаю, даже если ты доярка, ты должна любить свою работу, да? Он давно, да, там в кабинке сидит? Слушай, это прям... Я вижу, вы в первый раз на лыжах, да? Экстра-тур. Вот вы в Польше, вот в Украине. Вот в Польше, вот в Украине. Есть еще одна, есть еще. Давай, да, давайте, давай, все, поехали. Все, да. Поехали. Поехали. А... Ребята, а у его Боба было очень просто. Надо на подтанцовке работать. Молодцы! Давай поменяем. Да. Давай поменяем движение. Давай поменяем. Вот, отлично, красиво. Давайте, ребята, поехали. Очень классную куклу мы на заправку купили, вот эту. Володь, ты как плюхнулся в бассейн, вообще такая волна прям. Я могу. Вот перекатывать яичко в штанах я знаю, а в рукавах? Это будет самый простой пенальти. Давай фаталики, чувак, давай!
Еще одно какое-то, Дим. Еще одно. О, это ты зря, конечно. Ну все. Предлагаю подождать, просто. Я смотрю, вы на бег тоже в первый раз пришли, блин. Что это такое? Дима, я машину толкнуть просил, а не землю. Что ты делаешь? Юмор и спорт. Я выбрал бухло, извини, Дим. Вот, Евгений Кошевой, вот вы бухаете, это у вас в желудке. Спасибо! Хватит! Браво, Дима! Импровизация называется «Бумеранг», и в ней приймає участь Артем Пивоваров. Зараз я поясню, що таке бумеранг. Артем придумає якийсь рух, як в додатку бумеранг, який він зможе повторювати протягом декількох хвилин. Хлопці будуть підходити по черзі до нього і якось смішно жартувати над тим, що робить Артем. Сподіваюся, все зрозуміло, тоді давайте подивимося, що з цього вийде. Да, хорошо, хорошо. Круговое, не в смысле по кругу ты ходишь. Давай, давай. Это уже это движение. Я же загадываю, правильно? Да. Все уже? Да. Это все уже? Да. Святой круг, святой круг. Защити, защити. Все, он не зайдет больше. Дальше. Попробуйте эту модель еще. Это что, Моисей, мы, у нас 40 лет еще и башка кружиться будет, да? По-моему, еще 5 минут, и красная шапка подойдет сейчас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, нормуль! Ну, я понял, протезы прижились. Я понял. Давай ще одну якусь. Ще один рух. Так, ну я не уверен, что это правильно. Да, нормально. Це нормально, я теж так роблю. Так плохо для предвыборки, Петр Алексеевич. Иде. Папа, папа, мне кажется, ты сам не знаешь, как это делать. Алло, Свет, я опоздаю, тут регулировщик странный, я честно... Мы тут все стоим и... Нормуль! Что вы, растянули труселя уже? Ой, какие кошмар! Да. Смотрите, я вам как татуировки добью, вот так вот освежать будете, понятно? Окей. Давай, давай. Свет. Еще, да? Че, Светка, клиентов привлекаешь, да? Давай еще одну. Еще, давай. Еще. Все одну. Так, я видел тут одно очень забавное видео на днях. Значит, там делал мальчик вот так. Ты сам напросился, Тёма. Валера, неси подсак! Валера! Петр Алексеевич, так тоже не пойдет. Первый раз в спортзале, да? Добрый день, на чём мы закинемся? Зараз Антон придумає циклічний рух, як в додатку бумеранг, який би він зміг повторювати декілька хвилин. Поки він буде його повторювати, хлопці будуть щось вигадувати і жартувати над тим, що він робить. Все зрозуміло? Да? Поїхали! Окей. Лида, можешь не стирать вручную, я машинку купил.
А ты можешь без пафоса под одеяльник заправить, а? Возьми! Ладно. Папка, папка, меня что-то спать рубит, мы, походу, таблетки перепутали. Змеи, Антон. Класс. Ты знаешь, что ты остановил генерала? Вот-вот! Супер, красавчик. Братан, когда мы этого комара убьем? «27 часов аплодировать виннику. Мы все тут устали. Ну, змеи, Антоха, вон еще. Ого. Ну, само собой. Давай-давай, черти круг, я молитву читаю. Боже, боже. Ну, классные протезы, классные. Ща, пока не бейте, я с управлением. Так, куда вниз, куда сейчас. Товарищ регулировщик, там пробка. Что, куда ехать? Что вы показываете? Первый раз этой дверью пользуетесь, да? Все очень просто. Класс, давай все. Так. Окей, опа. Это самое сложное, мне кажется. Все, что было, это самое складное. Первый день на работе, да? Прикол тянешь еще. Антон, привет. Давай, поубавлю теплый пол. Давай, сейчас. Где ты? Ничего, Серега, сейчас доедем. Сейчас пописаешь. Это. Я еще раз сказал, я коня не отпущу. Говори, кто ты. Давай, Сеодный кейс, финальный. Давай, Антон. Давайте что-нибудь. Внизу, в партере что-нибудь, давайте. Давай. Как бы, чтобы мне сделать такое? Все хорошо, человек. Сейчас. Опа! Что было это? Что? Дорогой, выключи свет. Давай, поехали. Тренер, я второй раз на йоге. Точно прям уже пора, да? А я смотрю, вы не первый раз рожаете, да? Да!